Традиционно корейский барабан чунго изображает стихию дождя, но сегодня передают стук копыт лошади. Участники ансамбля «Хэдон» экспериментируют с традициями. Идею предложил педагог из Южной Кореи. Участник популярного коллектива ДД приехал во Владивосток, чтобы помочь студентам ДВФУ создать оригинальную композицию для фестиваля «Студенческая весна». Для корейской культуры барабаны значат очень много. И во внешнем виде, и в звуке много символов. Так, большие барабаны – это сигнальные. Маленькие использовали в буддийских храмах, чтобы успокоить душу. И мы все это соединили, чтобы передать и настроение, и красоту. Так студенты Восточного института факультета корееведения постигают культуру нашего соседа. За 20 с лишним лет с помощью ритма узнали немало. Главное для барабанов – это работать вместе. Это сочетать несколько разных ритмов, разные звуки разных барабанов и быть командой, быть вместе, быть ансамблем. Вместе с корейским профессионалом сегодня создают композицию с романтическим названием «Красота Кореи, аромат Кореи». Это рассказ о современной стране, в которой чтут традиции. Десяток барабанов задают единый ритм. Он завораживает с первых секунд всех, кто попадает в эту атмосферу. Действительно, получаем огромное удовольствие от того, что мы делаем, от того, что мы играем. Мы создаем музыку, издаем громкий звук, во-первых. И все это в ритм как бы завораживает не только нас, но и, надеюсь, наших зрителей. Аромат Кореи и ее красоту первыми услышат зрители и члены отборочного тура во Владивостоке. А потом артисты надеются показать себя на всероссийском фестивале в Туле. Ольга Сомкина, Денис Семисинов, «Панорама».